Значит, залез я такой в Инстаграм, начал смотреть различные публикации, перелез к себе в профиль, смотрю, а у меня 276 подписок. Именно на тех, которых я подписался. И мне так стало интересно, кто же все-таки отписался от меня и не подписан на меня. Кто же эти злостные неподписчики? Всем привет, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как же найти этих подписчиков от вас, на которых вы подписаны, которые вообще отписались от вас, различные подпункты и так далее, и так далее. Чего же начать? Смотрите, я перешел в App Store, вот, и много различных программ, но достойных здесь я не нашел, к сожалению. Именно так, чтобы не приходилось там через какие-то пути спотыкаться непонятно об что, я нашел более другой способ, более простой, эффективный. К сожалению, это или к лучшему, может кому-то работает на Android устройстве. Перейдем на Android смартфон. Заходим в Play Market, пишем отписки Instagram, ищем нам нужное приложение. Вот оно. Followers Assistant Lite. Открываем его. Проходим небольшое соглашение, соглашаемся со всеми пунктами, разрешаем доступ к геоданным, к звонкам. Никакие данные здесь не похитят, потом можете поменять пароль, если вам как-то будет страшно. Проводим регистрацию, вводим логин, пароль от нашего Инстаграма. Так вот, выбрали наш заветный режим, жмем в безопасном режиме, жмем дальше на поиск. Пройдет более 5-10-15 минут, в зависимости от вашего интернета, появятся ваши люди, ваши именно те злостные неподписчики, которые отписались от вас, а вы подписаны на них. И вы уже сами выбираете, кого отправить в избранные, нажимаете на звездочку синеньким. Те, которые попадут в белый список, и вы не будете их проверять и удалять. Остальных можете отписать, и все, никаких проблем. Вот, в принципе, и все. Ну вот, ребята, я вам показал отличный способ. Пользуйтесь, очень классно. Если вы знаете еще какие-то приложения, программы, может, сервисы, оставьте мне ссылки и мнения в комментарии. Для меня это очень важно. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Подписывайтесь также на мой Инстаграм. Там тоже часто выходят различные розыгрыши, новости. И все такое. Просто следите за моими соцсетями, будете в курсе. И я буду в курсе, что вам более-менее интереснее из того, что я публикую. Всем пока!